народом избран, но свой голос оставил при себе. У Виктора Томенко нет прописки на Алтае, а переезжать придется. Напомним, по предварительным данным, его выбрали 53% избирателей. Источником власти является народ. Люди должны иметь возможность свое волеизъявление осуществить. Край особый, исторический. Мы избираем не только губернатора Алтайского края. Мы, как вы понимаете, закладываем определенную ситуацию развития края на ближайшие, по крайней мере, 5 лет. И большинство одобрило план Томенко. На втором месте либерал-демократ Владимир Семенов, у него 16%. У «Справедливого роста» Людмилы Сусловой 14%. Андрей Крылов от партии «Роста» набрал 13%. Не ожидала сейчас от себя, что, подходя к избирательному участку, буду волноваться. И еще больше за исход голосования переживали в селах. Лидеры явки – Алейский и Родинский районы. Около 70% их населения выборы не пропустили. Наименьшее число проголосовавших в Бийске и Рубцовске – всего треть. Мы, как говорится, неактивные стали. А чтобы что-то поиметь и желать лучшего, надо приходить всем на выборы. Недостаток избирателей ощутили и в Барнауле. Всему виной сезон, полагают председатели комиссии, ведь многие уехали на дачи. Но и такую явку обеспечивала целая программа мероприятий. В особенности муниципальные выборы за ремонт детских садов. Молодое население, которое имеет детей возраста детского сада, они были заинтересованы, чтобы их детский сад получил какие-то финансовые вливания. И поэтому они были у нас. У нас был визажист, у нас концерты проходили. Нотариусы были, юрист консультации давал, офтальмолог. В ходе проведения выборов нарушений не зафиксировали, жалоб не поступало. Краевой избирком уже приступил к обработке данных. Окончательные итоги голосования, напомним, озвучат завтра. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.